хотел я, но ты моя зависимость. Как бы не хотела за тебя терять видимость. Как бы не хотел, но похоже впустую. Дай мне хоть одну причину, любую, чтобы на миг оторваться от мыслей. Возник компромисс и вопросы зависли. Я помню твой номер, я знаю твои числа. Меня тянет на дно, на самый низ чисто. Очень быстро набирает скорость. Пропадает страсть, возникает корость. Но у нас не так, все будет однозначно. Все будет четко, предельно прозрачно. Как бы не хотел, как бы не был я против, сопротивляться без мазы мне. Хоть я и говорила, и ты понял вроде, что у нас нет. Небезопасно то, что у нас нет. Вот-вот ты погаснет. Я не верю в басни. Закрой глаза. Это небезопасно то, что у нас нет. Это только дразнит. Опять я сам. Это парадокс. Кто из нас слабый напередокс? Кто из нас бабы, а кто ради кос? Кто ради забавы, а кто прирост? Кожу чувствую на расстоянии, но только вытянутой руки. Как же хорошо, что мы в понимании. Ма, принимай меня таким. И не ведись на отговорки. Не видит многого твой глазорки. Не видит, как собираю осколки. Меня ты знаешь от корки до корки. У кого-то дела, у кого-то работа. У кого-то зима, у кого-то снег. Кто-то в тепле, забыв о заботах. И только у нас. Нас нет. Небезопасно то, что у нас нет. Вот-вот ты погаснет. Я не верю в басни. Закрой глаза. Это небезопасно то, что у нас нет. Это только дразнит. Опять я сам. Закрой глаза. Нас у нас нет. Опять я сам. Нас у нас нет. Скажи мне да. Нас у нас нет. Скажи мне нет. Нас у нас опасно то, что у нас нет. Вот-вот ты погаснет. Я не верю в басни. Закрой глаза. Это небезопасно то, что у нас